Всем привет, меня зовут Валентина Ковердяева, я тревел-зависимая, очень часто посещаю разные отели, места, путешествую, за моей спиной уже 24 страны, и сегодня я вас приглашаю на экскурсию в отель «Радио», который находится, как вы думаете, где? На улице «Радио» в городе Москва, недалеко от станции метро «Бауманская» и «Курская». Это отель 4 звезды. Сегодня я покажу вам номера этого отеля, расскажу про ваши возможности, ну и, конечно, детально познакомлю вас с тем, что предлагает этот отель для путешественников и гостей. Я уверена, что этот ролик будет для вас полезным, поэтому прямо сейчас подпишитесь на канал, поставьте мне лайк и добро пожаловать в отель «Радио». Всего в отеле 32 номера разных категорий. Есть люксы, номера высшей категории с потрясающей ванной и хамамом. Есть одноместные и двухместные номера. Эти номера подходят для проживания как одного человека, так и пары, а может быть и семьи. Отель расположен удачно, совсем недалеко находится станция метро Бауманская и Курская. Сюда можно также доехать на общественном транспорте, такси или приехать на своей машине. Паркинг для гостей отеля абсолютно бесплатный. Не так далеко от отеля находится центр города, это Красная площадь, это парк Зарядье. Вы находитесь в месте, где можно хорошо провести время, а также посетить культурную столицу и увидеть во всей красе Москву. Дополнительно, если вам потребуется, здесь есть завтраки, они стоят 750 рублей. В момент заселения или в какой-то любой другой из дней вы можете выбрать блюдо, и с 7 до 10 часов утра вас будет ждать вкусный завтрак и горячий напиток. Прямо сейчас я приглашаю вас в 211 номер. Это номер высшей категории с круглой ванной. Он светлый, просторный, находится на втором этаже, он мансардный. Здесь скошенная крыша. Есть все необходимое для проживания. Вода, чайно-кофейный набор, есть мини-бар, где вы можете угоститься какими-то вкусняшками и в момент выселения их оплатить. Здесь кровать размера queen size, а также потрясающая ванная комната и та самая круглая ванна, из-за которой чаще всего берут этот номер. Для каждого гостя есть набор полотенец, набор душевых принадлежностей. Здесь также есть свечи для создания приятной романтической обстановки и прозрачные стекла. На территории всего отеля работает бесплатный Wi-Fi. Регистрация в сети осуществляется через ваш мобильный номер телефона. Есть телефон для связи с ресепшеном. Ресепшен работает круглосуточно. Вы можете въехать и выехать в абсолютно любое время. Только что мы с вами пребывали во втором корпусе. Он открылся менее чем год назад, в 2022 в начале. И плавно перемещаемся в корпус, который открылся в 2018 году. Да, отель «Радио» существует уже 4 года. Прямо сейчас мы с вами посмотрим один из номеров. Он находится на первом этаже. Это номер высшей категории «Люкс», номер 103. Это однокомнатный номер. Здесь есть гардероб, где вы можете оставить верхнюю одежду. Есть также чайно-кофейный набор, вода. Есть зонирование, сейчас мы с вами видим зону гостиной, и далее шкафом отделяется зона спальни. Мебель приятная, матрас, ну просто мягчайший, отличный, несколько подушек для того, чтобы вы смогли выбрать ту, которая вам нравится больше. В каждом из номеров есть декоративные элементы, которые добавляют уюта, висят картины, красивые часы и достаточно много зеркал. Мне этот момент очень понравился. Данное разделение на две зоны, на мой взгляд, хорошо тем, что один может смотреть телевизор, второй может лежать отдыхать на кровати. Или же, но все-таки определенное перемещение по номеру, оно так или иначе прекрасно, скажем так, сменить обстановку. Во всех номерах есть фены, есть необходимые душевые принадлежности, есть номера с ванной комнатой, есть номера с душевыми кабинами. Но эту информацию лучше уточнять на ресепшене, вы можете написать
написать ВКонтакте, связаться по электронной почте, позвонить напрямую в отель, и администраторы с удовольствием расскажут вам обо всех возможностях, об особенностях и сориентируют вас, какой же номер вам подойдет больше. Я, честно говоря, всегда выбираю номера с душевой кабиной, как-то... Не знаю, никогда мне не приходилось отдыхать в номерах, где есть ванная комната, и принимать ее. Прямо сейчас мы с вами смотрим номер высшей категории «Люкс семейный». Он двухкомнатный. Как вы видите, дизайн плюс-минус похож. Просто здесь две комнаты, и в одной можно поселить вашего ребенка, либо друзей, либо, не знаю, воспользоваться как зоной отдыха, а уже эту зону использовать как спальную зону. Декор во всех номерах примерно один и тот же. Есть картины, есть какие-то декоративные элементы. Ванные комнаты все похожи друг на друга. Оттенки в номерах пастельные, бежевые, светлые, ненавязчивые. Глазу, честно говоря, приятно пребывать в таких номерах. И прямо сейчас мы с вами посмотрим мой номер. Это двухместный. Стандартный номер 202. Здесь есть все, что есть в предыдущих номерах. Его площадь примерно 20 квадратных метров. Удобные розетки в формате USB. Достаточное количество розеток для вилки. Номера второго корпуса отлично подходят для утра молодоженов. Номера первого корпуса отлично подходят для проживания, расселения, путешествия. В целом отель «Радио» я могу вам смело рекомендовать.